Слотерман, и сегодня я буду проверять и оценивать все меры. Начнем с этой водички. Так, что же можно делать? Например, я вот так получаю. Смотрите, что я умею. Вот так кручиваешь. Он становится красным. Знаете, что внутри? Арбуза красные. Поэтому и так будем испытывать точно так же, как и этого дорогого нашего арбузики. Второго этого тыкву. Все. Готово. Укатали. Самый некрасивый оказался вот этот. Грязный какой-то. Вообще некрасивый. Теперь яблоко. Вот. У 1-1 похоже. Эх, сладкие. Теперь попробуем их оценить, выживить. Блин, ничего. Сейчас посажем здесь на вакцину. Ну, боже мой, все. Упс, походу его нога порвалась. Он жив. Но он теперь не может ходить. Этого уже не спасти, потому что он давным-давным-давным порвался. А его выкидываю в море. Все, все живы. Кто оранжевый? Я. Все, оранжевый нужно, это вакцина. А красным? Какая вакцина? Красным нужно вот это. Вот этих, вот это. Это вообще бесполезно. Действовало два, кроме вот этого. А я кину ее в ананас. Пока плавай. Выберите больше зеленого, красного, оранжевого, тогда мы выживем. Больше зеленого, все. Да можете опускать уже. Ой, я случайно братец. Ну да, 10 из 10. Давайте проверяем следующую карту. Где-то вот здесь. Да, здесь как будто горы или чего. Круглая резня.
Это прям считается как бесконечное. Давайте здесь начнем. Здесь горки, а тут можно и падать. Бабер поплавал. Как сделать тут горки? Как скользнуться? Знаки. Вау. Это тоже 10 из 10. Тут вода, а тут Мелон немного пострадал. Так, что же ставить? Ха-ха. Идея. Да, сначала Мелона поднимаем. Я хочу сделать залетку. Вот так, типа. Ставим вот так. Так вот. Делаем вот так, так, так. А теперь падай, боже, сучек. Упал этот дорогой парень. Кумус эстас. Упс. Походу, парня нужно исключительно лечить от этой горячей, горькой воды. Все, она вылечилась совсем. На нас зараз летят. Так, смотрите, качели. Вот это фартануло, ворвалось ее тело. Все. Все, опять он клубникой стал. Давайте выпускаем из самого верха человека. Он выживет или нет? Да, он выжил совсем. Ура, ура. Но все равно парню требуется экстремальное лечение. Ладно, тут нету идеи этого. Это 10 из 10 опять. Так, захаживаем. Вот этот, как мост, как будто.
Вот такой самый огромный мир. Да, не щеляешь ничего. Ой, пролегчало. Вот что случилось. А может сделаем горки, чтобы люди вот так падали и... Вот что случилось. Вот это жутко. И его лицо разбило. Ну да, кринж. Это 3 из 10. Так, какой же мы войдем? Давайте теперь вот этот. Давайте выпускаем. Сначала поставим на паузу. Пока он ровно будет стоять, мы опускаем человека. Сейчас он нападет, и ему резко становится хана. Как он... Походу, фартануло. Он стал как курица. На курицу похоже, разве? Кукари, гуля-ката, ра-ката, ра-та-та. Мужики не сдаются. Ванна, это моя ванна. Эй, ты куда? Да, я хотел спасти. Он не спасался. Как ее спасти? Невозможно ее спасти. Как девочки... Я жил почти не... Он умер, но его тело не разлетело. Поэтому он... Эй! Опускайте! Он жив, цел и здоров. Как не в раньше. Молодец, что ты защитились. Ай, смертельная доза. Ну да, это почти 8 из 10. Ну что, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, всем удачи, всем пока.